Добрый день, уважаемые партнеры компании ArtLife. Сегодня тема нашего разговора сведется к вопросу о рождении умных и здоровых детей. Поэтому информация эта будет касаться исключительно умных и продвинутых родителей. Тема, конечно, крайне актуальна. У нас в России рождаемость не такая высокая, а количество здоровых детей примерно раза в три меньше от общего количества новорожденных. И мне хотелось бы начать словами известного французского писателя, деятеля. «Мать – это единственное божество, не знающее неверующих», так говорил Эрнест Легуве. Действительно, мама готова очень многое сделать для своего ребенка. Вопрос в том, когда же начинать делать это многое. Оказывается, что не тогда, когда ребенок уже развивается внутриутробно или когда ему исполнился годик, а как минимум за 3-6 месяцев до зачатия. И именно об этом нам говорит протокол, клинический протокол «Предгравидарная подготовка» Междисциплинарной ассоциации врачей-репродуктологов Российской Федерации. И этот протокол мы принимаем за основу эти клинические рекомендации. На основе э, таких клинических рекомендаций сегодня работают все акушеры-гинекологи, и э, подготовка к рождению здоровых детей идет именно на основе данного документа. Приголовидарная подготовка. Почему так много уделяется ей внимания? Оказывается, что для того, чтобы успешно выносить ребенка, зачать ребенка, родить здорового ребенка, необходимо обязательно подготовиться. И мы должны всяческим образом давать информацию окружающим людям, которые хотят стать мамами, о том, что действительно это процесс, который занимает несколько месяцев комплекс диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, который необходим для успешного зачатия, для успешного вынашивания и рождения здорового ребенка, он включает в себя как медицинские, так и социально Экономические аспекты риска, факторов риска, а также культурных и других некоторых влияний. Мы должны выявить эти факторы и постараться свести к минимуму их негативное воздействие на будущего ребенка. Конечно же, все начинается с пресловутого образа жизни. К сожалению, сейчас молодые... Девушки приходят на прием, и я понимаю, что они практически всю ночь сидят в компьютере. То есть... Эм те изменения цикла, те проблемы с зачатием, которые они имеют, это результат прежде всего гормонального сбоя на фоне изменения циркадных ритмов. И вот изменения в образе жизни, они сводятся и к тому, чтобы нормализовать сон бодрствования, и к тому, чтобы начать достаточно активно заниматься физической нагрузкой. Ну, как активно? Если нормальная масса тела у молодой пары, да, то тогда рекомендуется 150 минут в неделю заниматься такой умеренной физической нагрузкой, или же 70, 75 минут в неделю интенсивными физическими нагрузками. Для чего? Для того, чтобы профил, профилактировать ожирение, для того, чтобы не было метаболического синдрома с последующим переходом в гестационный сахарный диабет во время беременности. Ну и, конечно, это пресловутое вот здоровое питание, оно должно касаться именно умеренного потребления как белков, так и жиров и углеводов. Нельзя отказаться от этого и нельзя переедать. Соответственно, многие беременные думают, что если, вернее, беременные, кто готовится к беременности, они думают о том, что вот теперь мне надо больше фруктов, больше есть витаминов и начинают действительно переедать фрукты. Особенно сейчас лето, много ягод, много всего такого зрелого, вкусненького, красивого. Но мы должны помнить о том, что фрукты это тоже сахара, особенно фруктоза. И это тоже здорово поднимает уровень сахара и может привести к развитию в последующем гестационного сахарного диабета, если не остановиться с количеством фруктов, потребляемых в течение дня. Кроме того, необходимо, конечно, сдать ряд анализов, мы уже переходим сейчас к медицинскому аспекту, сдать ряд анализов, которые будут говорить о том, на что нужно обратить внимание, какую систему нужно подтянуть, улучшить здоровье, прежде чем планировать беременность. Обычно я рекомендую клинический анализ крови, определение группы крови и резус-фактора для того, чтобы своевременно мы могли профилактировать гемолитическую болезнь плода и новорожденного, резус конфликт, определение глюкозы натощак, определение антител к ВИЧ, сифирису, гепатитом В и С. Очень важно определить уровень гормона ТТГ, а в идеале, конечно, посмотрите и другие гормоны щитовидной железы, Общий анализ мочи, оценка микробиоциноза влагалища, исключение инфекций, передающихся плавым путем, сдать мазки на флору Хорошо бы сделать УЗИ органов малого таза и пройти консультацию врача-терапевта и врача-стоматолога. Ну и, конечно, возникает вопрос, должен ли обследоваться мужчина. Оказывается, что если у женщины резус отрицательная кровь, то, безусловно, нужно определить резус фактора и отца будущего ребенка. А кроме того, на консультацию к урологу мы обычно направляем мужчин, если возраст у них старше 40 лет, и если ранее были проблемы воспаления простаты, инфекции, передающиеся половым путем, ну и, конечно же, в случае бесплодия пары. Важно соблюдать интервал между рождением первого, второго и последующих детей. В идеальном варианте, конечно, этот интервал должен составлять где-то примерно 2 года, или 24 месяца. Но у женщин старше 35 лет допускается сокращение этого генетического интервала, промежутка между беременностью и родами, до 12 месяцев. Для чего это нужно? Для того, чтобы не случились преждевременные роды при вынашивании рождения следующего ребенка, для того, чтобы не было маловесных детей, с задержкой развития анемичных детей. Анемия развивается, как правило, и у мамы, и у ребенка, если вот не соблюден этот интервал. Часто встречаются кровотечения послеродовые, отслойка плаценты. И, конечно, такие детки, они достаточно часто болеют, то есть рождаются с ослабленным иммунитетом. Но и сегодня такое время, когда много всего написано в интернете, и, безусловно, наши пациентки, прежде чем прийти на прием, во всяком случае, многие из них стараются подчеркнуть там информацию. И кто-то пишет, что да, хорошо принимать во время беременности витамины, минеральные комплексы, а кто-то читает, что надо обходиться исключительно продуктами здорового питания. И э, иногда такие женщины ко мне тоже приходят на прием для того, чтобы показать именно дефициты питания у данной конкретной женщины, я дополнительно назначаю ряд анализов, рекомендую во всяком случае. Это анализ на ферритин, скрытые э, дефициты железа, анализ на витамин D, анализ на гомоцистеин, который косвенно говорит о том, что э, есть проблемы с витаминами группы В, В2, В6, В9, В12, индекс хома, для того, чтобы как раз и э, э, предупредить агистационный сахарный диабет, показать, насколько близка или далека женщина от инсулинрезистентности. И в крайних случаях прибегаю к омега-3 индексу и определению щелочной фосфатазы, которая тоже косвенно нам может говорить о том, что недостаток есть витаминов В6, магния и так далее. Ну и согласно вот нашим методическим рекомендациям, первое, на что мы должны обращать внимание на этапе предгравидарной подготовки, это на дотацию йода практически йода не хватает во всех регионах Российской Федерации, но чем чреват йод дефицит? Я думаю, уже практически ни для кого это не секрет, что нарушается развитие головного мозга, нервной системы ребенка и развивается высокая младенческая смертность там, где женщина вынашивала в Эндемичные по йод-дефициту в зоне ребенка без дотации йода. При дотации йода очень важно ориентироваться на цифры тиротропного гормона. У нас в России принято, что норма для планирование беременности для беременной женщины ТТГ не до 4 единиц на литр, а именно до 2,5, от 0,1 до 2,5 миллиединиц на литр. И здесь очень важно начинать прием йода именно и мужчине, и женщине как минимум за три месяца до планирования беременности. Вот я в таких ситуациях прибегаю к препарату компании ArtLife Tiro Balance. Почему мне нравится этот препарат? Дело в том, что если случается йод-дефицит, то очень трудно формируются гормоны щитовидной железы. Но синтез гормонов щитовидной железы, он не зависит только от эльтирозина, предшественника, да, субстрата для этих гормонов. Дело в том, что многие витамины и микроэлементы выступают коферментами, и без них не идет синтез Т3 и Т4 в организме человека. То есть врачи, не только акушеры-гинекологи, а даже больше эндокринологи назначают такой препарат, как эльтироксин, зачастую не видит быстрого роста гормонов Т3 и Т4. Почему? Потому что, даже имея этот субстрат, но не имея витаминов и микроэлементов, которые участвуют в синтезе гормонов щитовидной железы, так быстро не нарастают эти гормоны. И наоборот, назначая препарат Т-баланс, который практически сбалансирован по всем витаминам и микроэлементам, необходимым для поддержки функции щитовидной железы мы видим без эльтероктина даже хорошие результаты выравнивания уровня гормонов щитовидной железы и снижение ТТГ до той границы, когда можно уже рекомендовать женщине спокойно беременеть и рожать ребенка. Как я обычно назначаю? По одной таблеточке в день и мужчине, и женщине в течение трех месяцев, плюс иногда дополнительно иодированную соль добавляю в питании. Дефицит фалатов тоже краеугольный камень в подготовке к беременности и родам. Дело в том, что фалаты это такое общее название витаминов группы В и практически население земного шара повсюду испытывает недостаток фалатов. То есть мы говорим о чем? О том, что фалаты на этапе формирования нервной трубки ребенка, а это происходит примерно в первые недели беременности, когда сама женщина еще может не знать, что она беременная. Вот, тем не менее, они играют огромнейшую роль в формировании нервной трубки ребенка, и если фалатов не хватает, то развиваются тяжелые пороки нервной трубки, несовместимые с жизнью. Вот в Европе дефицит фалатов тоже, в принципе, достаточно значительный, несмотря на то, что они фортифицированы Инфицируют муку дополнительным введением фалатов. И даже там рождается 100 человек на 100 тысяч новорожденных с дефектами нервной трубки, что говорить о странах Латинской Америки, там в 5 раз больше таких детей рождается. Но и в России ситуация, она ну, неутешительная, на каждые 100 новорожденных 2-3 ребенка с дефектами нервной трубки и порой вообще несовместимыми с жизнью. У меня на прошлой неделе как раз вот был такой случай. Клиника маленькая, но тем не менее, вот иногда приходится сталкиваться с такими ситуациями. Женщина встала на учет в сроке 11 недель, она не принимала никаких витаминов и микроэлементов на этапе планирования беременности. Более того, у нее достаточно маленьким оказался вот этот вот интергенетический интервал от рождения первого ребенка до зачатия второго ребенка. То есть она еще не вышла из декретного отпуска, как уже забеременела вторым ребенком. При этом не на этапе кормления грудью, не на этапе планирования к следующей беременности она не принимала витамины минеральные комплексы в частности фалаты и вот там как раз был зарегистрирован порог нервной трубки который несовместим с жизнью таким образом встал вопрос о прерывании данной беременности к сожалению так вот очень важно что фалаты влияют не только на дефекты нервной трубки но еще и на дефекты развития сердечно-сосудистой системы. Было проведено огромное количество рандомизированных исследований в мире, которые доказали, что своевременная дотация фалатов на этапе предгравидарной подготовки как мужчине, так и женщине серьезно улучшает влияние на здоровье будущего ребенка. И оказывается, что снижается на 70-92% дефекты нервной трубки и на 26-58% снижается снижаются риски по формированию пороков сердечно-сосудистой системы. Кроме того, и это благотворно сказывается на дальнейшем вынашивании, потому что не развиваются так часто эклампсия, преэклампсия, преждевременная отслойка плаценты не происходит. То есть доносить и родить здорового ребенка со своевременной дотацией фалатов гораздо проще. Более того, недостаток фалатов влияет еще и на отдаленные последствия. Здоровье детей, оно конечно более слабое, там где не хватало фалатов на этапе зачатия и вынашивания беременности. И когнитивные способности, к сожалению, тоже оставляют желать лучшего. При планировании беременности где-то рекомендуется от 400 до 800 грамм микрограмм, вернее, ежедневно принимать фалатов. Единственное, у тех женщин, у которых уже были пороки развития, те, которые страдают ожирением, инвестиционным диабетом, там доза фалатов увеличивается даже до 4 мг в день. Но в среднем для обычной здоровой статистической, такой вот среднестатистической пары, которая планирует беременность, вот, это 400 микрограмм в сутки мужчине и 400 микрограмм в сутки женщине. Вот. Причем вот интересные исследования проводились. Каждые 100 микрограмм фалата в сутки для мужчин снижают долю аномальных сперматозоидов на 3,6%. И, конечно, на фалатный обмен влияют и другие витамины группы В, но что добавить еще дополнительно, можно будет посмотреть по тем анализам дополнительным, которые я обычно назначаю. Самое главное, что вот препарат Тиробаланс, он содержит как раз в себе 400 микрограмм фалатов. И очень удобно назначать данный продукт и с точки зрения дотации йода, и с точки зрения дотации фалатов. То есть по одной таблеточке в день и мужчине, и женщине. Переносятся препараты достаточно хорошо. И я хочу сказать, что очень много наблюдений есть таких, когда пара, допустим, не могла зачать ребенка, и обратившись на прием там, к гинекологу, к эндокринологу, просто став получать фалаты и йод, беременность наступает как бы само собой без еще каких-либо дополнительных там, медицинских вмешательств. Следующее важное дополнение будет касаться дотации железа. Действительно, несопоставимы просто, на мой взгляд, потребность железе между мужчиной и женщиной. Если это молодая женщина, то у нее в три раза больше потребность железе, а если это женщина беременная, то у нее в шесть раз больше потребность железе относительно мужчин. И, безусловно, дефициты железа, они давно, наверное, всем известны. Они хорошо прописаны на наших слайдах. И э, я хочу сказать, что чаще всего, конечно, на прием приходят девушки, и в первую очередь они жалуются на то, что у них очень сильно выпадают волосы, достаточно ломкие становятся ногти, они очень сильно устают, живут постоянно с синдромом хронической усталости. И это, конечно, повод для того, чтобы не просто сдать общий анализ крови, но еще и посмотреть уровень ферритина, скрытого, который покажет скрытый дефицит железа. Распространенность анемии в мире огромная, но сегодня мы говорим о наших беременных женщин в Российской Федерации. И вот по данным статистики, в 2019 году 36% беременных женщин страдали анемией и практически до 100% беременных железодефицитом. То есть практически железо мы должны давать в дотации но чуть ли не каждой беременной и каждой женщине, которая готовится к беременности. Возможные последствия железодефицитной анемии. Конечно, это повышение и материнской, и младенческой смертности, рост послеродовых инфекционных осложнений, высокий риск послеродовых кровотечений, снижение качества жизни, трудоспособности как самой мамы, так вот и у детей, которые страдают анемией внутриутробно, у них изначально низкий уровень иммунитета. Они тоже подвержены частым инфекционным, проблемам. Но самое главное, мне хотелось бы, чтобы вы поняли, вот если бабушка страдает железодефицитом и вынашивает беременность, то последствия этого железодефицита будут тяжким грузом ложиться на ее внуков. В плане, крепко, в плане того, что вот именно не будет такого крепкого здоровья и таких, таких серьезных да, когнитивных способностей, которые могли бы быть у них не будь железодефицита. То есть это передается через поколение. Быстро не выровняешь эту ситуацию. Итак, кому и сколько давать железо? Для этого сначала нужно определиться с iron статусом, да, или со статусом железа в организме. Норма гемоглобина 120-155 грамм на литр и норма ферритина 30-120 микрограмм на литр. Таким образом, когда мы говорим о анемии, когда говорим о латентном железодефиците, если гемоглобин еще все выше 120, а ферритин уже меньше 30 микрограмм на литр, значит женщина уже находится в состоянии железодефицита. А если гемоглобин менее 120 грамм на литр и ферритин менее 15, то это уже анемия, более тяжелое состояние. Клинический протокол по предгравидарной подготовке Российская ассоциация врачей репродуктивной медицины говорит о том, что если пациентке в течение года не проводилось определение айрон статуса если она не принимала никакие препараты железа, то обязательно за три месяца до планирования беременности рутинно 30-60 микрограмм железа ежедневно она должна получать для того, чтобы выровнять эту ситуацию и подойти к зачатию уже с достаточно приличным уровнем железа очень важно дотацию железа осуществлять в виде современных белково связанных комплексах и почему это важно потому что неорганическое железо оно очень тяжело проходит через кишечник клеточки интероциты если есть малейшее воспаление в кишечнике, они не пропускают железо в кровь. Железо накапливается, неорганическое железо накапливается. И в конце концов от переизбытка этого железа клетка взрывается. Да? Почему мы имеем часто диспептические явления? Женщины жалуются после приема препаратов железа на боли в животе, на тошноту, иногда бывает рвота, запоры. И самое главное, что уровень железа в крови при всем этом не растет. Потому что вот это неорганическое железо, оно достаточно травматично для клеточек кишечника. И я хочу сказать, что просто благодарна компании ArtLife за препарат Неофирин, который может проникать через клетки кишечника, потому что железо там содержится в хилатной форме. Оно полностью скрыто. От энтероцита, э, имеется в виду, нигде не соприкасается с тканями энтероцита, потому что сидит глубоко э, в капсуле, вокруг которой э, белковая оболочка, защищающая от э, такого белка, э, как гепсидин, который вот это вот э, железо как раз в энтероците и тормозит хелатная форма железа самая легко доступная форма и, конечно, она очень-очень эффективна. Биодоступность без глицината железа, который входит в состав неоферина, в 4 раза выше, чем биодоступность сульфата железа. И я в этом могла убедиться, много-много раз уже наблюдая за своими пациентками. Вот. Я хочу сказать, что э, ни одна из моих пациенток не пожаловалась на какие-то дискомфорты, диспепсии, тошноту, рвоту, запоры то есть прекрасная переносимость, а самое главное что прекрасные результаты. Э, удобный очень прием либо одна, либо две капсулы в день, в зависимости от уровня гемоглобина и ферритина. И еще приятно тот факт, что э, не надо говорить пациентам, что вы не должны сочетать прием железа с приемом, там, скажем, молочных продуктов, или с приемом рыбы, или с приемом чая, или кофе. Дело в том, что в такой форме, в хилатной форме железо без глицинат, оно прекрасно усваивается и можно есть в любое время и с любой пищей. Состав тоже очень интересный. Дело в том, что помимо безглицината железа хилатной формы, здесь содержится еще железомальтольный комплекс, Экстракт пиктосибирская, он сам по себе прекрасно влияет на усвоение, легкое усвоение железа и более высокий быстрый прирост гемоглобина и ферритина. Вот. Витамин С, безусловно, один из главных фигурантов во всасывании железа и он входит в данный комплекс. Медь и марганец как коферменты присутствуют и витамины В6, В9, В12, как регуляторы кровотворения, тоже включены в состав данного препарата. Это и объясняет не только быстрое всасывание, но и быстрое усвоение и встраивание в гем железа, и также накопление его в тканях в виде ферритина. Я хотела бы рассказать немножко о клинических результатах, своих собственных наблюдениях по работе с препаратом неоферином, который принимали мои пациентки. Вот в течение года у данной пациентки мы на неорганическом железе пытались поднять уровень ферритина. И эта женщина с миомой матки, которая не желала оперироваться, соответственно, кровопотери продолжались, очень тяжело было поднять уровень ферритина, вот с 6 до 32 мы поднимали целый год на препарате Фенюльс. И когда я получила информацию о том, что неоферин уже э, вышел и его можно использовать, я предложила данной пациентке использовать по одной капсулке в день препарат Неоферин. Вот, через три месяца, используя всего лишь по одной капсулке в день, а там 15 микрограмм железа, я увидела прирост 25% ферритина. И это, конечно, меня очень вдохновило. И я решила, что обязательно буду использовать данный препарат у моих пациенток с железодефицитом. И следующая пациентка как раз была та, которая готовилась к беременности. Хотела стать мамой, были определенные проблемы. Долго очень тоже в течение года повышали уровень ферритина. Вот. Ну, подняли его где-то до 50 микрограмм на литр. Но назначив препарат неоферин... Буквально за два месяца произошел прирост на 50% ферритина. Причем тоже никаких побочных эффектов и осложнений она не отмечала. Но и еще у меня был один интересный случай, когда... У женщины практически вообще никак не удавалось никакими препаратами поднять уровень ферритина на фоне конечно, неблагоприятном фоне, с миомой маткой женщина, вот, но тем не менее никакие препараты практически не повышали ферритин. И назначив препарат неоферин, буквально за 2,5 месяца я увидела прирост в 6 раз по ферритину. Поэтому, конечно, у меня только Самые лучшие отзывы и благодарность сотрудникам компании за то, что препарат этот появился у нас в арсенале. И в настоящее время пациенткам не надо его искать никаких заграничных сайтах, этот безглицинат железа, а можно спокойно взять эту продукцию компании ArtLife и спокойно, без побочных эффектов и осложнений, быстро повышать уровень железа в своем организме, готовиться к беременности и рожать здоровых детей. Итак, какие же показания к применению препарата неоферин? Это, безусловно, железодефицитная анемия и латентный железодефицит. Я рекомендую также неуфирин сейчас и в анти программах. И любой косметолог скажет, что процедуры идут просто на ура, когда женщина подготовлена и по запасам железа, и по витамину D, и по витаминам группы В, и коллагеном. Вот. Обязательно рекомендую тем, кто жалуется на сухость кожи, выпадение волос, хрупкость ногтей. Для женского здоровья при планировании беременности – это называется препарат номер один, и при повышении таких физических, умственных нагрузок при синдроме хронической усталости. Как я рекомендую препарат ферин на этапе планирования беременности, в зависимости тоже от уровня гемоглобина и ферритина либо по одной, либо по две капсулки в день больше не нужно, потому что и так достаточно быстро вырастает уровень гемоглобина и ферритина. Ну и теперь поговорим немножко о дотации витамина D. Витамин D это тоже сейчас притча в языцах. На каждом мероприятии обучающем для акушеров-гинеколов обычно звучит информация по витамину D. Его сегодня признали гормоном D, потому что рецепторы к витамину D практически содержат каждая клеточка. И норма потребления она для человека, у которого достаточный уровень витамина D, составляет ну, в среднем от 400 до 600 международных единиц в сутки. Вот. Хотя сегодня я сталкиваюсь с тем, что практически редко у кого бывает нормальный уровень витамина D. 90% моих пациенток показывают в анализах крайне низкий или низкий уровень витамина D. И, конечно, мы живем выше 37 параллели. Даже в Италии 37% страдают от недостаточности витамина D. Уж что говорить про наше население. Ну и для того, чтобы наесть витамин D, нужно достаточно, в общем-то, серьезно питаться либо 1200 грамм сметаны, либо 1300 грамм сыра, сливочного масла больше килограмм съедать. И это нереально, потому что, конечно, это дорога выжирения. По данным исследований, 70 процентов беременных женщин страдают недостаточностью витамина Д. Для того, чтобы понять, сколько нужно давать этого витамина D, лучше, конечно, определиться со статусом. Вот. Если меньше 10 нанограмм на миллилитр, это выраженный дефицит. Если менее 20, то это просто дефицит, а от 20 до 30 ⁇ недостаточный уровень. Но я считаю, что все-таки нужно держать уровень витамина D где-то на золотой середине, где-то 60-70, а то и 80 нанограмм на миллилитр литр почему это важно потому что последствия недостатка витамина d они влияют во-первых на само зачатие трудно планировать беременность, когда не хватает витамина D. А во-вторых, даже если и зачатие произошло, то очень важно, чтобы у ребенка не было рахита, у ребенка не было мышечной слабости, проблем с костно-суставной системой, проблем с иммунитетом не было. Вот и снижались риски развития по бронхиальной астме и другим заболеваниям. Вот опять же, междисциплинарная ассоциация врачей-репродуктологов в своем клиническом протоколе рекомендует, что на этапе предгравидарной подготовки необходимо принимать от 800 до 2000 международных единиц витамина Е и рекомендовать практически всем, даже не делая такой анализ. Настолько вот сегодня распространены дефициты витамина D. Конечно, в моем арсенале средств есть такой препарат, препарат компании ArtLife, как к к 2 d 3 тоже относительно новый препарат, который включает в себя не только витамин D, но и витамин К2 для того, чтобы не было кальцинатов в сосудах, не было кальцинатов в мягких тканях, а хорошо усвоился витамин D, а кальций, на усвоение которого влияет витамин D, он шел непосредственно в костную ткань и работал там, где ему нужно работать. Если уровень витамина D достаточный, то я ограничиваюсь с назначениями комплекса К2-Д3 по 4 капсулы в день. Если уровень недостаточный, то идет дотация других препаратов витамина D с добавлением К2-Д3 с пересчетом дозы 8000 единиц в сутки. Переносится очень хорошо данный препарат, никаких побочных эффектов, осложнений я тоже не наблюдала. Теперь немножечко хочется поговорить о дотации полинасыщенных жирных кислот и особенно, конечно, омега-3. Если таких не хватает, то трудности с зачатием идут. Почему? Потому что рецепторы на эндометрии прогестероновые рецепторы, они не работают полноценно без полинасыщенных жирных кислот класса омега-3. И вот как раз развитие такого пышного эндометрии, куда может сесть оплодотворенная яйцеклетка, не происходит. Но и во время беременности если женщина страдает недостатком омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, то могут быть и преждевременные роды, риски повышаются на 26%. Развитие такого тяжелого осложнения, как преэклампсия, в 13% случается, когда приходится прерывать беременность на любом сроке, независимо от того, созрел ребенок, не созрел, для того, чтобы сберечь жизнь матери. Вот. Влияет на тромбообразование и после родовую депрессию нехватка омега-3 более насыщенных жирных кислот и как вот уже я говорила, сегодня проводятся очень большие серьезные исследования по влиянию омега-3 полинасыщенных жирных кислот на здоровье будущего ребенка и вот как оказалось в ходе этих работ, если мама не доедает омега-3, то ребенок рождается с синдромом повышенной двигательной активности, синдромом дефицита внимания. Очень здорово страдают, могут пострадать органы зрения, когнитивные способности. Дети такие склонны к аллергическим и воспалительным заболеваниям, к бронхиальной астме, к экземе, атопическим дерматитам. И сегодня мы говорим о том, что еще и для мамы очень важно принимать вот эти комплексы, чтобы дольше была лактация, чтобы мягче протекала беременность и рождались вот именно здоровые детки. Как можно определиться с дотацией полинасыщенных жирных кислот? Но для самых продвинутых есть индекс, индекс омега-3, и женщины могут сдать кровь на этот индекс и посмотреть, достаточный или недостаточный уровень омега-3. Если уровень недостаточный, то не возвращается на этапе подготовки беременности давать высокие концентрации омега-3 полинасыщенных жирных кислот от 1 до 3 миллиграмм в сутки. Но если уровень нормальный, то на этапе предгравитарной подготовки можно использовать от 300 мг до 1000 мг омега-3 полинасыщенных жирных кислот. Я очень давно использую комплекс Новомегин компании ArtLife, потому что это действительно рыбий жир высочайшего качества из холодных, из лососевых пород рыб холодных северных морей. Он защищен от окисления витамином Е и имеет, ну, я бы сказала так, более адресную доставку в клетку за счет дегидрокварцетина. Мне нравится удобство использования по одной капсулке 2-3 раза в день во время еды для того, чтобы не было, так сказать, немножко перекоса в течение суток по получению омега-3. Съев большую капсулу, где там полтора э 1500 мг омега-3, мы рискуем как бы не усвоить все сразу, все омегу-3. И когда мы распределяем по 300-350 мг в течение дня, получается, что омега лучше участвует в эффектах обмена веществ, в метаболических процессах и лучше усваивается организмом, таким образом не вызывая никаких еще и диспептических явлений. Я хочу сказать также, что в своей деятельности для самых продвинутых пар рекомендую на этапе предгравидарной подготовки пройти программу детокс, ну или, проще говоря, очистительную программу. Почему это важно? Это важно для того, чтобы вывести соли тяжелых металлов, пестициды, гербициды, ксенобиотики, которые сегодня встречаются в лекарствах и в продуктах питания для того, чтобы улучшить микрофлору кишечника, улучшить гормональный обмен и насытить организм как раз вот витаминами, микроэлементами для подготовки к зачатию. Ребенка. На первом этапе программы я включаю такие препараты, как сорбиотик, гринстар, Холигон, артемизин. Почему? Потому что это, ну, скажем, сорбиотик, препарат сорбционного характера нового поколения. И он учитывает не только экзогенные и эндогенные токсины, но еще отлично работает с микрофлорой кишечника. Кроме того, в усиление, дополнение к данному препарату идет Green Star для того, чтобы усилить и противоглистный эффект, и улучшить состояние слизистых желудочно-кишечного тракта, повысить уровень железа у жителей больших городов, где оно вытесняется свинцом и солями других вредных тяжелых металлов, улучшить состояние иммунитета, Холикон это прекрасные препараты, которые позволяют проводить такую вот профилактическую противоглистную санацию, улучшать желчаток и разгружать печень и желудочно-кишечный тракт. На втором этапе очистительной программы обычно рекомендую комплекс гепатон-2 и комплекс активных ферментов. Они работают и как гепатопротекторы, и как препараты, которые улучшают состояние гормонального обмена, выводят циркулирующие иммунные комплексы, разжижают кровь и в целом улучшают гормональный фон. На третьем этапе как раз идет витаминизация, Discovery очарования, дискавери сила. Это одни из наиболее частых назначаемых мною препаратов, потому что содержит порядка 70 компонентов, которые необходимы для улучшения питания клетки. Причем с адресной доставкой к клетку где-то 96% того, что лежит в таблеточке, попадает в клетку благодаря высоким технологиям компании ArtLife. Но и современные метабиотики, пробиотики, мультилис, панбиолакт тоже люблю назначать для того, чтобы выровнять микрофлору, улучшить иммунитет, защитить слизистые от неблагоприятного воздействия тех или иных инфекционных уже факторов и способствовать более легкому течению беременности. В заключении своего выступления мне бы хотелось пожелать вам рождения умных и здоровых детей, внуков и правнуков. И, конечно, используя продукцию компании ArtLife, к этой цели можно приблизиться гораздо легче. Я благодарю вас за внимание и буду ждать ваши вопросы.